Я уеду жить в Лондон. Когда в профиль, но он не хочет быть в профиль. Ну, я не тут солнце, там дождь. Солнце, дождь. Вильнюс, спасибо. Мы найдемся, как на концерте. Дело просто в моей линзе. Я подумываю о смерти. Смерть и кает на том конце. Лживости не хватает. И тогда из меня раздалось что-то такое. Сердце, тебе не хочется покоя. Ой, а давайте сначала. Одна из вещей, к которым труднее всего привыкнуть, когда я приезжаю домой, это то, что у меня, черт возьми, есть собака. Живая собака, моя собачка. Куда она смотрит? Как говорила Полоскова? Я знаю, как говорила Полоскова. Ты меня не удивишь. Начинай. Или не она снимает. А сними мясо. Не нужно снять, как ты ешь этот вкусный кусочек, да, чтобы конечно. Тебе потом было... Просто съешь его, надоело. Объясни мне, что мы делаем. Что-что? Объясни мне, что происходит. Мы сидим, вымазанные в моей крови. И бухаем, да. Как обычно, ничего нового. Хорошей дочери. Давай посидим 5 минут, чтобы не поняли, откуда выходят. Окей, ладно, разберемся.